Что вы делаете? Что хочу, то и делаю. Ты видел мои очки энергии души? Я могу тут все, что угодно делать. Давай. Но по-любому он злой дух. Гляньте, какая у него рожа красная. Ну ладно, бывает, ошиблись. А может быть, кто-то из вашей троицы злой дух, а? Вы его просто прикидываетесь работниками. Кстати, вот это вот слева, который тоже похож на злого духа. Да, это он и есть. Я же говорю, среди обычных посетителей прикидывается. Накиньте мне очков дых. Накиньте мне очков души. Я сделал вашу работу, причем сделал ее великолепно. Благодаря вам мы снова сможем открыть горячие источники адского пламени. Как же мне отблагодарить вас? Пойдем со мной. О, здесь есть тайный эксклюзивный вип-сал премиум-класса. Он красиво назван. Пятицветные горячие источники. Мы даем бесплатный билет в пятицветные горячие источники за помощь нам. Кстати, интересное совпадение, да? Сколько анимешек я смотрел, когда не успел... Никогда не встречались упоминания о пятицветных горячих источниках. Вот буквально вчера я посмотрел несколько сезонов. Нет. Что? Я не таю. Это чувство. Это идеальная температура для меня, показывающая чувство от углерода. Спасибо тебе большое, благодаря тебе я осуществил мечту своей жизни. Я как бы тоже хотел поплавать. Этот источник предназначался для меня. Хочешь награду? Конечно хочу, отдавай. Все будет складывать в очки, но ты собираешься. Давай, блядь, награду, не пудри мне мозги. Ладно, хорошо, держи награду. Спасибо. Да, что за тип? Чего ты, блядь, скажешь? Пойдем доложим администратору, скажем, что тут нелегал ебаный. Слышь, у вас там нелегал снеговик. Растопить его кухням. Так вот о чем я говорю. Да, мне тут делать больше нехрен, да. Тысячу раз смотрел разные анимешки и никогда не встречались вот эти упоминания о источниках пяти цветов. И вот буквально вчера. О, черт, блин, почти в каждом аниме есть горячие источники. Ну, практически в каждом абсолютно. Но пятицветки, пожалуйста, встречаются, блин, один из тысячи. Ладно, друг мой Парагон. Твой Парагон, как тебя зовут-то, я не помню, да хер с тобой. Вам понравились? Нет, не понравилось. Было бы здорово показать вам еще больше мест, но у нас кончилось время на сегодня. Помимо этих двух мест, в районе 49 еще более 100 туристических достопримечательностей. К тому же, весь загробный мир разделен на сотни тысяч миров. Парагон, ты можешь наслаждаться своей жизнью здесь бесконечно, пока твоя энергия души не исчакнет до нуля. О, кажется, это не жизнь, если ты уже мертв. Уже поздно. Мы проведем вас в элитные апартаменты, которые мы подогреваем для вас. Я подойду и подготовлю место, поэтому, пожалуйста, не торопитесь и наслаждайтесь всем остальным. Блин, я бы с радостью насладился, вот серьезно, но... Но. Мне бы нужно вернуть жену того мужичка, который там втыкал и говорил, оу, я без жены вообще никак, мне нужно ее найти, вернуть. Короче, мне нужно найти жену того мужичка, которая без понятия, где находится. Ну, одно предположение есть, где она находится, но туда нас пока не пускают. О, рабы херачат. Продолжайте работать, вы, о, мыши. Мыши. Угу. Хорошо, запомнили, учтем, что можно таким образом попасть. Куда? Туда. Опять вы, несчастные души. А прикиньте, мы сейчас выйдем на конец уровня. Вот будет прикол. Вы здесь, мы ждали вас. Это лучший 7-звездочный отель во всем загробном мире. Но я в этом сомневаюсь. Да, неплохо выглядит. И гордость и радость района 49, Элизиум. Рай не на земле. Посмотрите, кинцо прикольное. Парагон, все уже забронировано. Вам нужно только подойти на ресепшн. Хорошего отдыха и увидимся завтра с утра. Мы планируем посетить западные цветочные поля с лучшими пейзажами. Вы можете рассчитывать на это. Это произойдет ваше ожидание. Я сильно в этом сомневаюсь. Что тут за элита? Вы гляньте, какие люди, а? Гляньте, сколько у них энергии души. Так, ладно. Ну да, это выход все. Ну да, в принципе, это выход, но есть небольшая проблема.
У нас не хватает еще 3 кубов и 20 пазлинок, которые я уж не буду, где они есть. Мне бы превратиться в мышь и тут пройти, потому что не зря же нам это показали. По-любому как-то можно. Давай с тобой поговорим. Ты не хочешь разговаривать? Тебе плохо, друг? Нет, ему хорошо. Ну ладно. Давай я тебя всеку, а? Не знаю, вы меня бесите все, вы какие-то лицемерные скотины, вы что-то скрываете, вот я отвечаю. Они что-то скрывают. И в конечном итоге мы окажемся виноватыми. И мы в любом случае попадем в трудовой лагерь. Вот по-любому так и будет. Запомните мои слова. Неважно, насколько прекрасна музыка, гребец не сдвинется с места. Но окей, гребец всегда просит сыграть ему красивую музыку. Интересно, как он отреагирует, если он услышит... которые не соответствуют тональности. Ага, давай. Нужно было прочитать изначально. Давай так. Уф, что это такое? Прекрати эту ужасную музыку. Пожалуйста, прекрати. Я приведу тебе ту жену или кого угодно, только, пожалуйста, прекрати эту какофонию. Вот она, просто забирай ее. Дам тебе совет. Есть правило о том, что если возвращаешь кого-то из загробного мира, никогда не оглядывайся, пока не дойдешь до конца. Правило существует 1000 лет, так что придерживайся его. Пожалуйста, позаботься обо мне. Ох, я упала. Я не могу идти. Ну, хер с тобой. Догонишь. Этот путь опасен. Я знаю путь назад. Ты пойдешь за мной? Нет, не пойду. Я хочу охренуться назад. Блин, я хочу. Я хочу посмотреть, что будет. Мужик, смотри, твоя жена. Твоей жены больше нету. В теории нас она должна была схватить. Пойдешь за мной опять? Так вот. В теории она должна была нас схватить и уничтожить. И забрать с собой в мир мертвых. Ты отвали. Так вот. Ну, она просто исчезает. Ну, ладно. Даже ничего интересного не сделали для вот этого вот. Пускай будет. Мужик, держи. Вот твоя жена. Правда? Где она? Позади тебя. Просто не оглядывайся на нее, пока не выйдешь отсюда. Да, буду иметь это в виду. Спасибо, мы пойдем. Ах. Я забыл дать тебе обещанную награду. Ёбаный ты ишак, а. Милый, милый. Я не пойму, ты... Нет, нет. Я не могу поверить, что вновь потерял ее из-за той же глупой ошибки. Нет. Дайте мне лопату, я ему по башке ебану. Ну просто серьезно, ну ты, блядь, ишак или кто? Ну какого черта ты творишь? Ладно, 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 ладно. У нас что? У нас остается 2 куба и 20... Ну, 18... кусочков пазла. А где их достать? Где я их пропустил? У меня есть одна идея, где я еще не был. Но, скорее всего, нас туда не пустят. И да, проход открыт. Хорошо. Это великолепно. Так, вот еще пазлы. Хотите войти в пятицветный горячий источник? Да. Такое ощущение, что истощение всего вашего тела растворилось. Но здоровье полностью восстановлено. Великолепно. Короче, я пробежал всю карту вдоль, поперек и наискосок, и ничего, к сожалению, не нашел. Поэтому идем в этот особняк, посмотрим, может быть, там что-то есть. Да, да. Мне казалось, что это выход. Ладно, хорошо. Так, забираем этот пазл, еще что-то есть, да, вон выход. Но поговорим с тобой. Добро пожаловать в отель Элизиум. Чем я могу вам помочь? Метни за кофе. О, вы про хон, о котором говорил мистер Харон, извините. Вот ваш ключ. Пиздруйте нахуй отсюда. Вот этот ключ от премиум номера. Надеюсь, ваше пребывание будет комфортным и приятного вечера. Если он не будет комфортным, к кому мне обратиться? Так, тут заперто. Прекрасно, тут. И тут заперто. Великолепно. Ладно, зайдем в комнату, посмотрим, что там. Угу. Большой-большой зал. И человек. Кошка-девочка. Расскажи мне страшную историю. Ну и сиди молчи, как дура. Суккуб, расскажи ты страшную историю. Это
комната не подходит для проживания клиентов. Это комната, в которую никто и никогда не должен входить. Пригрозить подать жалобу. Нет, комната недоступна, что бы вы ни сделали. В этой комнате могущественный злой дух, заперся там и съедает всех пребывающих клиентов. Неважно, как вы просите, я не могу вас пустить туда ради вашей безопасности. Пусти меня. Дверь в комнату 5 заперта. Пусти, пусти меня. Я хочу туда войти. Тогда я в 7-ю комнату пойду. Проснись. Доброе утро, Вьетнам, блядь. Просыпайся. Ну и хрен с тобой. Шкаф можно отодвинуть? Нет, нельзя. Угу. И все, в этой комнате больше ничего нету? Уходим отсюда. Ладно, не хочешь меня пускать, пойду на тебя жалобу подавать. Я тебя предупреждал? Предупреждал. Все. Стоять. Где-то оставил ключ от этой комнаты. Я всегда кладу его на место, как обычно, а что? Ты с ума сошел? Почему же ты оставил ключ от той комнаты в той вазе? Что ты будешь делать, если кто-то войдет в ту комнату? Все в порядке. Что за храбрец может войти в ту комнату? Я храбрец, я хочу. Я хочу подать жалобу. Чукча. Ну и ладно. Пойдем искать вазу. Ничего, ничего. Хотя стопы. Ничего. Ничего. А вот тут что-то есть. Ключик. Откуда у тебя этот ключ? Я предупреждал, я не могу быть ответственным за все, что происходит. Ну и вали отсюда. Тьма. Тьма настигла нас. На второй этаж нельзя, да? Да. Так, ну что же. Пускай тут валяется. Заходи внутрь. Ильфаба, какие люди? О боже. Мне было интересно, какой дурак попадет сюда по своей воле. Это ты, новичок из школы? Меня когда-то великую защитницу превратили в висящий на стене отеля портрет. Они сказали, это плата за мои грехи при жизни или что-то типа того. Но кто бы знал, что у меня будет шанс отомстить. Я порву ваши души на кусочки, что от них не останется и следа. Серьезно? Ну давай. Ай, вы чего, ребята? За что? Почему? Не надо. Две штуки сразу словил. Красавчик. Ну хватит. Бля. Как я тебя терпеть не могу, а? Ну хватит, ну чё? Всё. Доигрались. А, мне тебе в любом случае нужно победить, да? Неприятно. Особенно вот это вот начало. Очень неприятное. Я терпеть не могу уклоняться от чего-либо. Почему я не могу взять вот эту хрень, поджечь ее, кинуть в нее, и чтобы эта сука загорела к чертям в этом пламени? Блин, она же всего лишь картина. У меня есть прекрасная идея. Блин, это великолепно. Почему я сразу так не сделал? Ага, вот это вот что-то новенькое. Да, тогда иди в пень. Ну, а теперь просто сбиваем ее. Ай, ай. Давайте так, чуть-чуть левее встанем. Сучка. Все, все. Продолжаем сбивать. Беспомощную картину. Основатель Ильфаба. Почему такая злая? Вот что я тебе сделал? Что тебе сделали ученики? Все. Готово. Ну и что за дела? 1% здоровья остался. Может, сейчас сжечь нужно? Нет. Нет, 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 нет. Стоп. Что такое? Почему ты не помираешь? Что с тобой не так? Блядь, что за прикол?